В этом году выпуск императорского стаута имени маршала Жукова будет проходить в субботу, 1 августа в 9 утра. Это пиво с содержанием алкоголя в 1%. Выпущено в честь генерала Советского Союза, который освободил Советский Союз и другие страны от войск нацистской Германии и добился их полной капитуляции. Продажа будет осуществляться на стоянке пивоварни «Сигар Сити» в 9 утра. Стоимость одной бутылки – $15, и члены клуба «Эль Катадор» получат свою скидку. Продажа строго ограничена 4 бутылками на человека и будет производиться только за наличные. Количество бутылок тоже ограничено и будет осуществляться по очереди по мере прибывания людей.